Предприятие «Силк ПОВС» занимается вопросами импортозамещения с момента своего создания. То есть 1991 года, собственно, мы были и созданы для того, чтобы, интегрируясь с мировыми лидерами, получая доступ к технологиям, сократить то отставание, которое было во времена Советского Союза, и обеспечить технологическую и техническую независимость страны от импортных технологий. Сегодня нам есть что предложить. И поэтому два слова, собственно, о том, что представляет предприятие на сегодняшний день. На сегодняшний день на предприятии работает около 2000 человек. Более 1000 человек из них – программисты, более 600 человек – это системные инженеры. В прошлом году оборот компании составил более 5,2 миллиардов рублей без НДС. И в этом году мы постараемся этот уровень сохранить, несмотря на тяжелое состояние рынка и те процессы, которые происходят у нас сейчас в экономике. 10 лет мы развивались вот такими темпами и надеемся сохранить темпы развития и далее. Ну, собственно, на этом слайде я хочу обратить внимание, что около 20% наших объемов мы зарабатываем в странах дальнего зарубежья. Это страны Европы, Великобритания, Скандинавия, Америка. И темпы роста по экспорту у нас в прошлом году составили 26%, в этом году будет около 20%. Договоренность с группой компаний «Фуджитсу», которая является главным нашим партнером, и вместе с ним мы получаем эти заказы, она такова, что на сегодняшний день работает на Европу 750 человек, системных инженеров и программистов. Договоренность такая, чтобы к 2017 году эта численность увеличить в два раза, то есть довести ее до 1500. Это говорит о том, что потенциал наших инженеров и специалистов очень высок. Он востребован на Западе. И вот это вот направление мы постараемся, и знания эти постараемся развернуть и в область импортозамещения с тем, чтобы обеспечить необходимую технологическую независимость для наших предприятий в республике и в стране в целом. Но здесь несколько слайдов, собственно, где мы работаем, как мы работаем. Особо хочу подчеркнуть, что вот 3 года назад начатая, благодаря вам, Руслан Нургалиевич, программа работы с предприятиями холдинга, она сегодня имеет такие вот показатели. За последние только 2 года более 20 договоров заключено на реализацию более чем на 300 миллионов рублей. Я хочу, пользуясь случаем, сказать директорам, которые доверили нам эту работу, громадное спасибо. Мы хорошо отработали, постараемся далее и наращивать наши совместные работы и никогда вас не подводить в этом, на этом пути.